Первый, кто поставь на место. Зачем? Мне главное разные размеры мне подайте. Ну, один будет, например, 36, а второй 37. Ну как? Да нет, с носком нормально. Нормально? Цена-то всего 1790. Ага, конечно. Чё, да, нормально? А чё, нормально такой длинный сапоги? Ну всё, всё, я тебе чё должен? Чё, сигнёшь? Всё, видите, как классно. Ну, встань. Пройдись маленько. Куда? По подиуму? Ну вот. Ну пройдись маленько-то. Ну и что? А? Ну вот. Ой. Все. Да. Угу. Паха пусть заработает, потом бабкует. Паха заработает. Ну все, теперь тебя краска. Конечно. Ты мне мой отдай. Че? Какой? Да что ты? Вот дура. Какой есть, другого не будет. Пустой. Пустой, сука, внутри. Пидорасы. Ну ладно, будем надеяться, что не сносишь. Что, не сношу, то сотру. Ребята! Вот балдени не купил своей жене. 45 рублей денег отдал, даже не пожалел. Как бы так, безумный Паш с вами. Ну вот как одену, так и буду ходить, как Дольче & Габбана. Ну, давай. Так что, держите, девчонки, за меня, если что, паханы вам купит. Все будет чики-пики. Че, девчонки, как вам сапожки, что мне Пашка купил? Ну и что, мне кажется, нормально будем выглядеть. Если что, давайте, девчонки. Все будет ровно, на дискотеку хватит сходить. Короче, ну и все. За 45 рублей, наверное? Ну, конечно. Хули там. А че бы нет? Балдень. Ира, ну вставай. Ладно, виноват я. Хуй с ним. Да мне вину признай. Я признаю. Иришка! Блин, сука! Нахуй пошел, а тебе сказала! О, видите? Буду так ебану. Вот так, вот так. О-хо-хо! Дай я отсюда, тварь! Ты же знаешь, я не отстану. О, мне бежать придется. Я тебе сказала, нахуй пошел. Так не пойдет. Так не пойдет. Я отсюда. Нахуй пошел. Да ты что, урод, приехал? Вот нахуй пошел, тебе. Хоть забудись. Ох, ох как. Я тебе сказал, нахуй пошел. Ох как. Иди отсюда. Рубли так ебаный. Я даже буду все равно. Давай передавай. Что у тебя, сволочь? Нахуй пошел, тебе сказал. Уай! Нахуй пошел отсюда! Я тебя сейчас тут же закрою, нахуй, понял? Маленький, встань, не подымись. Вот и все, она скажет, вот я встал, давайте, парни, держитесь. Дальше не могу. А это сюда вот.
Ложись, пока. Куда? Ты с этой стороны вставать. Да ты на коридор садись. Да ты не так. Чё ты свою письку там утаращиваешь? Держишь? Нет уж нахуй. Давай я тебя маленько постарахую. Постарахую чуть-чуть. Аппарат вызываемого абонента занят. Ваш звонок выключен. Аппарат вызываемого абонента занят. Ну, вот так вот. Аппарат вызываемого абонента занят. Да ты чё там, ёбаный в рот? Ухо повешал. Аппарат вызываемого. Да заебал ты, сколько там пиздеть-то будешь? Аппарат вызываемого абонента. Твою ж мать-то. Аппарат вызываемого абонента. Да заебал ты, сколько пиздеть-то будешь? Там, ну какой следующий год-то, ёпта? Я в понедельник я схожу до ЖЭКа, ебать. Вот и иди, говорю, до ЖЭКа. Вызову нахуй нового сантехника, скажу, чё ебать? Серёжа, ты зря меня в чёрный список внёс. Если ты проблем не хочешь, ты зря со мной такую тему провернул. Если тебе проблемы нужны, значит, возьми трубку и будь мужиком. Как-то так, безумный Паша, с тобой. Возьмём, чтобы они её поменяли. Это канализационный стояк. Они её поменяют бесплатно. С меня только труба. Все. А прежде чем трубу поменять, они выкорчут нахуй тут старый унитаз. Я унитаз новый купил. Все. Теперь я иду в ЖЭК, заказываю. А, ну да. С меня еще труба. Ремонт. Смог унитаза и... Не. Представляешь? Да не. Да не пизди. Трубу они меняют бесплатно. С меня только труба. Все. Они выкорчевывают нахуй к хуям собачьим. Ставят новую. И всего лишь. Я правда не знаю, насколько она туда уходит. Да, до самого вот. Доказательства. А я похую. С меня труба. Унитаз уже взяли. Все, пускай выворачивают нахуй. Что будем ставить? Ну этот-то я вывернул. Ну все. Ну вот. Тут, во-первых, все отбивать. Это все старое. Да я знаю. Перв надо. Я знаю. Все, и... Ой, проблем. Ой, ё, ты мне что, Америку открыл, что ли? Нет. Ну так, а что ты... Ну все тогда. Ой, блядь.